Ну, раз мы в номинации, может быть, в этот раз все-таки это будет последнее наше выступление, вот такое в нашем шоу. И вы подумали все-таки вам сделать громадный, дорогие зрители, сюрприз. Да, это будет сюрприз от Слуцкой и Таранды. Заведа, ты мне вовила, варила. Отлично. Очень хорошо. Шпагат не сядешь тогда? Нет, и я не сяду. А, подожди, 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 сейчас я. Подожди. Конек у тебя здесь, да? Я тоже так сел. Хоп. Перекатываемся. Да, через меня друг переноси ногу. Ногу. Не, ногу переноси, да. Да. Вот так, садись, садись, садись. Сейчас тебе. Понимаешь, да? На первые места мы с тобой, по всей видимости, уже не дотянем. Ну, с конца почему бывает? С конца-то мы можем? А там тоже медаль есть, да? Конечно, медаль есть. А ты мне подаришь медаль? У нас нам подарят. А у нас будет статуэтка вот такая вот? Такая вот, номинанты года? Будет. Ножки сняла. Осторожно. Так. Да уже вниз падаешь, опаздываешь, все. Идеально. Рука! Ха-ха-ха-ха! Корпус сбрасываешь! Держи корпус, я... Такой, знаете, отрыв. Вот, потому что, во-первых, программа очень сложная будет, классическая музыка. Вы прекрасно знаете, что в классике особенно шутить не могут. Не любят, будем говорить так. Но мы с Ирой это решили, так как у нас, может быть, это и последнее наше выступление. Мы круто пошутим. По крайней мере, попытаемся. Попытаемся оторваться и сделать для вас прекрасное небольшое шоу от Слуцкой и Таранды. По костюмам вы уже, наверное, догадались. Это Петр Ильич Чайковский, «Лебединое озеро», «Белое адажио». Но тут оказывается, что в этом адажио и Гедиминос тоже лебедь. Готовил пару к этому этапу Александр Жулин.
Шутить можно на любую тему, это не возбраняется. Но вспомните, сколько раз из этого же балета, из «Лебединого озера» обыгрывался, пародировался танец маленьких лебедей. Вот пародия на «Белое адажио». Я так рад, что принято решение, что ни одна пара больше не покидает наш проект. Я единственное, что хочу сказать, с технической точки зрения, так это было очень забавно, очень смешно моментами. Зрители в зале приняли эту шутку и хохотали. Но вот техническое исполнение некоторых элементов ребятам не удалось. И Ира раньше времени из поддержки практически упала на лед. Ну так, коньками двумя сразу.